Свою главную известность хард-рок-кафе приобрело из-за свободной атмосферы, грохочущей музыки и многочисленных музыкальных реликвий, развешанных на стенах заведения. И это все скоро увидят алматинцы. Само открытие планируется лишь в сентябре, однако организаторы уже успели привлечь внимание общественности. Хард-рок-кафе — это мировой бренд, это очень большой механизм. И, конечно, стать частью этого было бы, конечно, здорово. Но это все сейчас на стадии переговоров. Мой стаж за барной стойкой уже более 11 лет. Я продвигаю барную культуру не только в Алмате, но и в Казахстане. Помимо фееричного флейринга был устроен и небольшой показ мод. Модели от мала до велика облачились в фирменную одежду и расхаживали по импровизированному подиуму. После проведенного шоу вице-президент компании Антонио Баутиста сказал, что хард-рок-кафе – это не только еда и напитки, но и самый настоящий музей рок-н-ролла. Будет представлено около 90 экземпляров в направлениях поп, рок, хэви-метал, нью-рок, глэм-рок. То есть таких артистов, как Мадонна, Элвис Пресли, Риана, Кис и других известных музыкантов. Казахстан стал 59-й страной, где откроются двери хард-рок-кафе. Более подходящим городом оказалась наша южная столица. Как сказал Антонио Баутиста, вполне вероятно, что после Алматы всемирно известный бренд откроется и в Астане.